хороший. Дури там дофига. О, что, били что ли уже, да? Или нет? Вчера. Да. Ну что? Я смотрю, у тебя там пленка. Зачем мешалки? Вот, думаю, я говорю. Подожди, 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 что без команды? Только отвернешься. Николаевич. Ну давай сначала. Так, отошли бы, а то на фотографии в полосы одни будут. А двойной звук такой интересный, да? А? Двойной звук интересный, да? От нагнетателя и от судового. А нагнетатель он не регулируется, он на постоянных оборотах. Не, нагнетатель я тоже, у меня вон на 6-м канале он висит. А по воде нормально будет? Нормально. По воде я не пробовал. Воды нет еще. Воды нету, да. Только ванны есть. Надо туда выезжать. Ну выезжай, вон, вон выезд у нас, видишь, он выезд. Да я думаю, он там не будет. Давай попробуй, что надо, а вдруг получится. Ну вот главная их проблема, это вот такие препятствия. А Поларис преодолевает. Потому что воздушных подушек.